Я с детства любил рисовать, ходил в художественную школу, затем учился в институте. И у меня есть своя авторская техника. Сейчас ищу в поисках и много экспериментирую. Сейчас работаю уже второй год в Краевом музыкальном театре. Это у меня третья персональная выставка. Сейчас будет в музыкальном театре. Ну вот, пригласительный готов. Это моя родина, мой Хабаровск. Я в нем живу, я в нем родился. Ну вот и все.